Более 200 человек стали гостями первого форума «У нас растет чемпион». Представители спорта и медицины собрались на одной площадке, чтобы поделиться знаниями и опытом, поговорить о нелегком пути к пьедесталу. Остались позади времена, когда спортивные результаты достигались любой ценой, подчас нанося непоправимый вред здоровью. Теперь взрастить здорового чемпиона можно в союзе спорта и медицины. Сейчас мы должны заботиться об их будущем, чтобы наши детки в погоне за результатами не забывали про здоровье. Я искренне верю, и наш клуб действительно это показывает. У нас уже кандидат в мастера спорта есть. Что можно добиваться высоких результатов и при этом оставаясь здоровыми. Форум организован при поддержке филиала Торгово-промышленной палаты муниципалитета и администрации Ленинского округа. В числе спикеров – специалисты из различных медицинских и образовательных учреждений, а также врачи Видновской районной клинической больницы, где уже несколько лет работает отделение спортивной медицины. Специалисты разного профиля есть, в том числе офтальмологи, есть разные исследования. Ну, как раз именно те, которые могут дать допуск к определенным спортивным занятиям. Количество осмотренных деток, спортсменов, оно растет с каждым годом. Если брать, условно, 2021 год, то у нас было осмотрено 11 тысяч детей. В 2022 году было осмотрено 13 тысяч детей. В семье видновчанки Софии Девятовой растет будущая чемпионка. Девочке всего 7 и уже 3 года. Из них она занимается гимнастикой. Подход серьезный. 4 раза в неделю маленькая Вика ходит в зал, а ее мама уже выступает как спортивный менеджер. Ну, в первую очередь следить за режимом ребенка, не пропускать тренировки. Это очень важно. Дисциплина прививается обязательно. Также питание. Обязательно проходим диспансеризацию, обследование. Рекомендуют раз в год, мы проходим раз в полгода для своего спокойствия. За плечами у юной гимнастки уже несколько побед, но главное, конечно, впереди. В пересвете за первое место. И в мытищах за второе бывало. Какая у тебя мечта? Стать как Аверина. Чемпион. Да. На форуме все желающие могли получить бесплатные консультации. Детям проверили зрение лучшие окулисты города, а родители пообщались с иммунологами, психологами, экспертами по питанию и даже ипотерапевтами. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно ТВ.